школе патриотического воспитания номер 37 торжественная линейка началась с гимна России. Сейчас в этом учебном заведении два взвода курсантов, будущих сотрудников МВД структуры. В мае этого года 10-й профильный привез трофеи с областных соревнований. Поздравить школьников с Днем знаний и с этой победой пришли и руководители ангарской полиции. Во всех номинациях этого спортивного конкурса были заняты вторые места и общее командное место первое. А для начальника управления МВД России по городу Ангарску Олега Савина 1 сентября – двойной праздник. Его старшая дочь Соня пошла в первый класс. Самый главный полицейский города долго не раздумывал, какую школу выбрать для своего ребенка. Когда смотришь, как дети первый класс и 11 класс ведут себя, да, на таких серьезных значимых мероприятиях, сложно удержать слезу, которая наворачивается на глаза. Как у меня, так и у других родителей, потому что все же друг на друга смотрят и все переживают. Глядя на то, что твоя дочь подросла и наконец-то пошла в школу, тоже волнительный момент, потому что начинаешь вспоминать себя в эту минуту. Я хочу научиться читать. Еще хочу научиться считать. После торжественной линейки все школьники направились в свои классы, новые и красивые после летнего ремонта. Это тоже очень трепетное мгновение для ребят, особенно для старшеклассников. Я нахожусь в полном напряжении, потому что это наш последний год. Первый год нам показался очень сложным. Надеюсь, что 11 класс не будет настолько сложным в плане учебы. Нам надо налечь на учебу. Отзвенел звонок, и впереди у трех первых классов много новых и интересных знаний, много испытаний и тревог, но все это легко пережить, когда рядом любимый учитель и понимающие родители. Мария Константинова, Владимир Селиванов, «Местное время».